На каждой планете галактики вы найдете поток. Мощную таинственную энергию. Здесь, на Акелиане, мы называем ее дыханием. Поток настолько силен, что может быть опасен. Но только не для галактик футбол. Самого зрелищного спорта в галактике. Но 15 лет назад таинственный взрыв потряс Акелиану. Унес дыхание и лишил нас шансов на участие в турнире за кубок «Галактик Футбол». 15 лет без достойной команды и ничего, кроме снега и льда. Но теперь появилась надежда, что новые молодые игроки оживят дыхание Акелианы. Наша судьба в их руках. «Галактик Футбол». Первая серия. Возвращение. Автор сценария Лоран Тернер. Это феноменально. До конца игры остается чуть больше минуты. По количеству очков команда Акелианы не уступает последним обладателям Кубка Галактик Футбол. Счет 1-1. Я никогда не видел ничего подобного. Команда Акелианы очень близка к титулу чемпиона. Арчи и его игроки демонстрируют хорошую, слаженную игру, которая не уступает прекрасной физической подготовке Shadows, но это еще не конец. Арчи отходит на свою половину поля, он набирает скорость, передает мяч назад своему брату Нарате. Нарата сразу отдает пас Артегору Нексусу в центр поля. Артегор Нексус делает обманное движение, неожиданно делает пас Арчу. Арчи обводит соперников одного за другим. Это невероятно. Арч приближается к штрафной зоне, готовится к удару, но... Фол. Нарушение со стороны команды Shadows. Арч готовится нанести удар по воротам противника. Штрафной удар. Очень удачная позиция для его коронного удара с правой. Он делает пару шагов назад. Стадион затаил дыхание. Этот удар может решить исход сегодняшней встречи. Кошмарный сон, Арч. Нет, воспоминания. Они гораздо хуже кошмаров. Все будет хорошо, Арч. С твоими идеями и моими изобретениями мы сделаем нечто особенное, вот увидишь. А? 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 Что? А? Планета Акелиана. Где-то я уже его видел. Он играл, когда я был еще ребенком. В то время он был лучшим нападающим. Не знал, что он вернулся. Он недолго здесь задержится, если вы сделаете все как надо.
Не волнуйтесь, сэр. Для такой работы лучше меня и моих ребят вы никого не найдете. Босс, тут какой-то парень хочет с вами поговорить. Пусть подойдет. Вам нужно придумать что-нибудь новенькое, Беллоу. Никогда не думали о красивых девочках или о чем-нибудь еще в этом роде? Нет, у меня времени, чтобы тратить его на пустые разговоры с тобой, Майк Райс. Чего ты взял, что можешь надоедать мне своей болтовней? Только не говори, что ты ничего не продал. Я не виноват. Никто не хочет покупать билет на этот дурацкий матч даже за полцены. Дай-ка я пересчитаю. Ладно, не знал, что вы умеете считать. Вы мне не доверяете, сэр. Ты не любишь дождь, мой друг? Да нет, я люблю любую погоду и хорошо отношусь ко всем, даже к нему. Это называется легкость общения. Хватит, убирайся, живо. Ладно, раз вы настаиваете. Зайду попозже, друзья. Майк Райс, ты не хочешь объяснить, что это значит? Ну, просто думаю, что вы мне не поверите, но я потерял билеты. Ты прав, Майк Райс. Я тебе не верю. Чего вы ждете? Взять его! Тебя всегда так легко обмануть, или ты просто хочешь произвести на меня впечатление? Я рад, что вернулся, невзирая на дождь. Только скажи, я сделаю так, что он закончится. Спасибо, сэр. Ага. У вас так принято, что люди падают с неба? Что именно вы хотите знать? Что меня ждет? Все остальное я уже знаю. Хорошо. Что ж, вы хотите знать, что с вами будет? Это просто. Ты встанешь, снимешь капюшон и извинишься. А если будешь продолжать валять дурака, тебе придется сидеть в заперти дома целых 2 недели. О чем вы говорите? Джок. Как ты меня узнала? Я же ясновидящая. Или ты забыл? Конечно, не забыл. Я единственный человек, кому ты не хочешь предсказывать будущее. Не начинай все заново. Это нечестно. Ты не хочешь рассказать мне о моем прошлом. Хотя бы расскажи о будущем. Я уверен, меня ждет великое будущее, нечто особенное. Здравствуйте, мэм. Джок? Тебе сложно зайти через дверь, как все это делают? Ах, да! У вас же есть дверь. Забудь о нем. Поймаем его в следующий раз. Десятка. Да, ты прав, Арч. Надо развести цветы, пока отец не начал меня разыскивать.
Наконец-то ты появился. Долго же тебя не было. Верно. 15 лет это долго. Арч! Вижу, ты не утратил свое мастерство, Нарата. Чем могу вам помочь, сэр? Сэр? Я так изменился, что ты больше не узнаешь своего родного брата, да? Вы, должно быть, ошиблись, сэр. Когда-то у меня действительно был брат. Но он исчез в тот момент, когда был так нам нужен. Особенно он был нужен мне. Для меня он мертв, как и эта нога. Мне очень жаль, Нарата. Но даже если я бы не исчез, ты бы все равно потерял ногу. Что я мог сделать? Поддержать меня. Так бы поступил настоящий брат. А теперь я хочу попросить вас уйти. Мне надо работать. Все, пап. Я отнес цветы Мата, и она теперь... Здравствуйте, сэр. Она очень довольна. Миссис Мата сказала, что букет отличный, и она... Эй, вы не... Прощай, Нарата. А? А? Рокет, вернись немедленно. Сэр, подождите. Вы же Арч, верно? Вы мой дядя. А тебя зовут Рокет, так? Да, сэр, Рокет. Ты очень похож на своего отца в молодости. Скорее, я похож на вас, сэр. Рокет! До свидания, Рокет. До свидания, сэр. Куда они делись? Я же оставил их здесь. Не понимаю, как можно что-то потерять в этом идеальном порядке. Джок, я не шучу. Если я не найду эти билеты, мне конец. Нужно было подумать об этом до того, как ты связался с этой шайкой. Если ты пришел читать нотации, то я справлюсь без тебя. Смотри, похоже, не только ты один любишь входить через окно. По отпечаткам на снегу можно подумать, что это мои следы. Но не думай, что это я украл твои билеты. Круто! Я должен вернуть билеты или... Программа «Аркадий Ньюс» представлена фирмой «Техноид». Это первое участие команды «Киллианы» в межпланетном матче после той знаменитой игры, которая закончилась, как мы все помним, ужасной катастрофой. Начало для команды, мягко говоря, не самое удачное. После 10 минут матча счет на табло уже 3-0. 4! Счет 4-0! Полное поражение. Так можно назвать сегодняшнюю встречу. Согласиться. В прошлом знаменитый футболист не знал, на что он идет, согласившись тренировать команду Red Tigers. Больше не буду тебя мучить. Мы проиграли 10-0. Думаю, они просто пожалели нас. Мы могли проиграть и с большим счетом. Как видишь, наше дыхание куда-то испарилось. Время, когда мы выигрывали у лучших команд галактики, давно прошло. В любом случае, мне не на что жаловаться. У меня достаточно высокая должность, президент лиги и достойная зарплата. Футбол на нашей планете перестал быть культовой игрой. Все понятно. Какова же причина твоего возвращения? Я хочу собрать команду. Здесь? На Киллиане? Знаешь, Арч, не все рады тебя здесь видеть. Это, конечно, ко мне не относится, но с тех пор, как ты появился, все разговоры только о тебе. Ты должен понять, что... Я все понимаю. Я вернулся, чтобы искупить свою вину перед вами и собой. Не думаю, что команда Киллиана сможет вернуть себе титул чемпионов. Ты зря потратишь время. Можешь не волноваться. У меня много свободного времени. И ты дала ему свое согласие? Он ни о чем не просил, как ни странно. Я так и думал, что на тебя можно не рассчитывать. Можно спросить, на что ты рассчитывал? Я сделал его еще лучше. Теперь он показывает и скорость удара, и забитые мячи на играх. Немного тяжеловат. Это из-за устройства внутри.
Нужно придумать, как сделать его легче. Что с ним? Плохое настроение, как обычно. А мы можем помочь? Не думаю. Как обычно. Десятка. Я снова выиграл, ребята. Это нечестно. Ты выигрываешь уже четвертый раз подряд. Прости, Рец. Не переживай так. Вы видите то, что я вижу? Отличные ботинки, Синет. И они оставляют отличные следы. А о чем ты говоришь? Послушай, Синет, я знаю, что это ты украл мои билеты. Скажи, когда я должен расплакаться, чтобы не огорчать тебя. У него не только отличные ботинки, но и отличный магнит-борд. Верни ее мне сейчас же. Не верну, пока не отдашь Майкра Айсу его билеты. Ничего не можешь сделать без своего дружка, да, Майкра Айс? Для этого и нужны друзья. Ладно, ладно, ваша взяла. Я отдам вам билеты завтра утром, обещаю. Если на доске будет хоть одна царапина, ты пожалеешь об этом, Джок. Вы что, уснули? Матч вот-вот начнется. Никогда не видел, чтобы кто-то так быстро засыпал. Пойдем внутрь. Лучше поспи там. Иду. Конечно, это товарищеская встреча. Конечно, это не соревнование. Конечно, никому не нужны травмированные игроки. Но каждая команда жаждет доказать, что она достойна участвовать в борьбе за Кубок Галактик Футбол. Смотри, мяч у Уоррена. Давай, Уоррен, давай, давай, давай! Да! Да. Вы видели этот удар? Прямо в верхний угол. Отличный удар. Пицца и содовая для джентльменов. Спасибо, мэм. Скажите спасибо не мне, а моему боссу. Не знаю, как вам удалось понравиться ему. Не знаю. Немного обаяния, вот и все. Только не надо громко кричать. Это не самая лучшая работа, но это все, что у меня есть. Не волнуйся, мам, все будет в порядке. Вы же нас знаете, мэм. Да, знаю. О, Арч, я хочу показать тебе свое новое изобретение. Это машина для усиления удара головой. Смотри. Пожалуй, оно еще нуждается в некоторой доработке. Что, если у меня ничего не получится? Прошло столько времени. Надеюсь, ты не собираешься все бросать из-за каких-то пустяков. Даже не знаю. А как же мои роботы? Продай их техноиду. Никогда! За все время, пока я на них работал, они ни разу не поинтересовались моими изобретениями. Адим была полностью права. Дыхание Акилианы просто испарилось. Мы можем это исправить. Но вдвоем мы ничего не сможем сделать. Нам нужны игроки. А те, кого я видел... Вы, Арч? Вроде бы да. Ой-ой. Эй, что вы? Может, мы просто поговорим? Это нужно понимать как нет. Вперед, прикончить его! Ауч! Джентльмены, пожалуйста. Мы будем очень признательны, если вы будете драться немного потише. Вы мешаете нам смотреть матч. Джок, нет!
Мне стоит продолжать? Джок, нет! Не делай этого! Не лезь, мальчик. Так будет лучше для тебя. Хорошо, сэр. Ой, простите, сэр. Мяч как-то сам подскочил. Видишь, работает. 100 километров в час. Это не самый мой сильный удар. Майк Райс, ты в этом замешан? Майк Райс. Так-так, Майк Райс, мы снова встретились. Вперед, избавьтесь от этих сопляков. Готовы? Готов. Готов. Нет! Мы еще встретимся. С удовольствием. Молодцы! Молодцы! Давайте я помогу. Я у вас в долгу, ребята. Нет проблем, сэр. Мы просто не любим, когда нас беспокоят во время игры. Вы здорово играете. Не хотите играть за настоящий футбольный клуб? А вы забавный. Футбол на Акелиане давно мертв. А без потока сильные команды разгромят нас. Простите, сэр, но нам надо досмотреть матч. Конечно, конечно, понимаю. Идите. Я же просила вас вести себя тихо. Мы не виноваты, мэм. Вы сами все видели. Вы всегда не виноваты. О, ты здорово с ними справился, брат. Вовремя ты нам помог. Думаешь, Арч это тоже заметил? Хотя неважно, было интересно посмотреть на него вживую, правда? Арч! Арч! Арч? Ну да, здоровый парень. Это был Арч. Только не говорите, что вы его не узнали. Дорогой Клэмп, я верю, что с твоими изобретениями и моими идеями мы добьемся многого. Я давно тебе про это твержу, Арч. Сэр, стойте! Эй, сэр, подождите! Пожалуйста! Эй, подождите! Подождите, стойте! Смотрите в следующей серии «Галактик Футбол». Мне будет помогать профессор Клэмп. Мы выберем только самых лучших из вас. На футбольном поле я уничтожу вас всех! Как думаешь, он возьмет меня? О, это дыхание. Мы должны немедленно собрать совет потока. Дыхание Акелианы возрождается.